Друзья, всем привет! С вами компания Arbotoms Asim. Я вам всегда говорю, здесь в Алании зима нету, друзья, просто нету. Здесь вот такая зима, друзья. Море, солнце, свежий воздух и люди. Самый главный капитал – люди, друзья. Все прозрачно, все на улице ходит, загорают, вот купаются. Наши гости купаются, загорают. Короче, здесь жизнь кипит. Всем из Алании, из Турции большой привет, друзья, с вами Асим. Если вы еще не подписаны на наш канал в Ютубе, подписывайтесь и нажимайте. Слава, с правой стороны есть колокольчик, нажимайте колокольчик. Так что, друзья, почему я здесь сейчас стою? Здесь отсюда недалеко есть один хороший проект, который еще только что начинается строить, друзья. И в 2023 году, в конце декабря, готов будет, друзья, вот такой длинный, большой, беспроцентная рассрочка, друзья. Цена начинается от 601 тысяча евро, друзья. Буквально отсюда 500 метров, недалеко. Очень хороший проект в самом деле, друзья. Так что поэтому решили именно сегодня вот такой инвестиционный проект с вами поделиться. Это район Махмутлар, где живут больше всего русскоязычные люди. И сторону новый аэропорт, аэропорт Газипаша, друзья. Это район, развивающий район, это широкий район, друзья. Здесь все городская инфраструктура тоже есть, друзья. Вот такой, мы такой здесь оставляем хлеб. Для питечка, да, по-русски? Хлеб для птичек. Хлеб для птичек. 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 Вот такой для птичек хлеб. Если вы дома не кушаете, у нас вот тюрки оставляют на улице вот такое место для птичек хлеб, друзья. Так что, друзья, хочу вам отметить, если именно вы собираетесь приехать именно в Турцию, Пока не знаете, в каком городе можно жить и своей жизни менять в хорошую сторону, я вам хочу сказать, друзья, как местный человек, как владелец компании Arbotoms, который 13 лет мы на рынке недвижимости, я вам рекомендую именно город Алания, друзья, именно город Мерсин, потому что Алания действительно для проживания отличный город, для инвестиций тоже, для сдачи аренды тоже очень хороший город. Просто город на месте не стоит. Город развивается, друзья. Поэтому всем хочу вам сказать, друзья, если у вас какой-то информации не хватает, как можно правильно купить недвижимость именно в Турции, в городе Алания, друзья, можете для консультации к нам обращаться. Так что давайте теперь я вас приглашаю, поедем, посмотрим еще на месте, про наши сегодняшние проекты поговорим. И если есть у вас какой-то вопрос, под видео можете написать свои вопросы, друзья, мы все обсудим. Если вам нужно просто индивидуальный подход, индивидуальный видеообзор, друзья, через WhatsApp под видео тоже есть мои контакты. Пишите, звоните. Теперь поехали. Друзья, это место в самом сердце Махмутлар, практически рядом будет торговый центр, буквально через 100 метров торговый центр будет. И каждый субботу здесь рядом базар, друзья, турецкий традиционный базар. Здесь рядом есть еще пекарни, поликлиник, потом есть еще государственная школа и продуктовый магазин, мясник. Вот это все городская инфраструктура здесь рядом. Так что место отлично. Тихо, спокойно, место в самом деле, друзья, проект отлично. Если вам нужна какая-то подробная информация, номер объекта на нашем сайте,
Какой? Объекта 4700. 4700 через arbatoms.ru можете подробнее информации набрать, друзья, arbatoms.ru. И есть еще открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, друзья, и огромный большой сад, открытый плавательный бассейн и детский бассейн, детская игровая комната, открытая детская игровая площадка, друзья. Вот такое огромное место и огромная, богатая инфраструктура, друзья. Так что 1 плюс 1 – 55, 65 квадратный метр, 2 плюс 1 – 100 квадратный метр, 3 плюс 1, 4 плюс 1 тоже есть на продаже, друзья. Только что проект начинается, друзья. Так что и это проект именно в таком месте расположения, друзья, от моря 500 метров, и рядом все городская инфраструктура, все везде пешком можно ходить. Вы даже можете с правой стороны здесь гору, с левой стороны здесь море, друзья, идеальное место расположения в самом деле. Так что поэтому я вам хочу сказать, друзья, если для себя, если вы хотите просто для инвестиций на котловане, на стадии стройки вложить деньги, вот, пожалуйста, для города Алания, для района Махмутлар 61 тысяча евро, это уже очень хорошая цена. От 61 тысяча евро начинается цена, друзья. Так что, действительно, друзья, хочется иногда чувствовать мороз, хочется иногда чувствовать вот этот снег, зима прожит. У нас, к сожалению, зима нету. Это вот такой город, ужасно такой уникальный город, ужасно такой красивый город, ужасно такой город, город Алания, друзья. Даже слов нету. Здесь все для человека, друзья. Вот даже, вот как немцы здесь говорят, которые здесь живут, немцы, Бог вас больше любит. Почему так говорят? Потому что здесь солнце, море, свежий воздух, друзья, зима нету, здесь снег нету. Вот уже январь, да, здесь Новый год даже не чувствовали, между прочим, недавно Новый год был, отмечали всем еще раз с Новым годом, друзья, кто нас смотрит, кто до сих пор с нами был и вместе с вами развиваемся, всем еще раз с Новым годом, друзья. С Новым годом от компании Arbatoms, с Новым годом. Так что, если есть у вас желание купить недвижимость именно это проекты 4700 номер объекта, друзья, arbatoms.ru, либо если вам нужно прайс-лист, мы можем через Viber, WhatsApp вам отправить через прайс-лист, вы можете дома спокойно можете посмотреть, друзья, в каком этаже, что там осталось. Так что здесь вот все на улице прозрачно, друзья, даже забор нету. Вы как-то ходите на улице, не боитесь, не стесняйтесь. Вы можете просто так ходить и сорвать 1-2 штук. Ничего не страшного, это просто для турецкого менталитета абсолютно нормально. По-турецки это гёсакки, по-русски как будет? Апельсин. Не апельсин, это я знаю, портокал. Я имею в виду гёсакки, как-то сорвать? Гёсакки. Короче, кто меня понял, напишите, кто по-турецки знает. Гёсакки как будет по-русски? Гёсакки по-русски. Так что под видео можно написать без проблем. Так что, друзья, всем желаю счастья, удачи и берегите себя, любите себя. Я недавно одна книга читал, как-то на Новый год, там написано. Так что самое главное – это вы, друзья. Вы. В первую очередь вы должны себя любить. Потом все начинается от вас, друзья. Всем удачи. Пока-пока.